Всем привет, это канал Ungame21, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарии. И мы начинаем. Но перед началом ставьте лайк, это сильно поможет каналу для продвижения. И что ж, поехали. Манга One Piece, 1073 глава, под названием «Мисс Бакингемс Туси». На мини-сериале на обложках «Невозмутимое путешествие Джерми 66, часть 29-я» Вегапанк получает Ибелипскую премию за изобретение PX-витка, который способен расти в порохе. На первой странице. Как поведет себя Лучи с тем, кто его предал? Како? Поверить не могу. Стуси улыбается. Камие, несокрушимое сердце. Не можешь поверить? И решил сразу же напасть? Боже, ты такой вспыльчивый. Кайросеки? Стуси показала клыки и укусила Роба Лучи. Тварь. Я знала, что вы сильны, поэтому не собиралась сражаться с вами лоб в лоб. Простите меня. Что все это значит? Почему Сипизеро сражаются друг с другом? У них возникли какие-то разногласия. Алло, это Стуси. Я усыпила их обоих. Отлично, Стуси выполнила свою задачу. Йорк, соберись. Что произошло? Роба Лучи победили? Похоже, она смогла застать его врасплох. Стуси всегда была на нашей стороне. 20 лет она была агентом под прикрытием. Вы внедрили шпионов в их разведывательное агентство? Я этого не хотел, но так получилось. Но доктор, у меня и Лучи одинаковые полномочия, поэтому я не смогу отменить его приказ Серафимам. Мне их не остановить. Ты сделала достаточно, Стуси. Мы уже идем. Похоже, если мы не остановим этих детей, у нас будут проблемы. Согласен, но эти дети кажутся такими знакомыми. И мне. Особенно вон тот. Лаборатория. Черт, они разрушили лабораторию. Хотя выйти теперь стало проще. Есть, мы снаружи. Эй, Серафимы! Она цель. Серафим Михоука нападает. Зора и Серафим Михоука столкнулись. Взглянув на тебя поближе, я вижу, что ошибался. В тебе есть проблески человечности. И все же. Кто ты, черт возьми, такой? Ну и напугал он меня. Я справлюсь. Серафимы! Прекратить! Атаку! Эдисон! Неужели его? Зора наготове. С ним все в порядке. Я был на волоске. Эдисон! Серафимы остановились. Кто это вообще? Объясните. Шака. Я заковала Лучи и Како в Кайросеки. Спасибо, Стуси. Мы покидаем этот остров. Пойдешь с нами? Поняла. Эй, корабль не резиновый. Эй, Бонни, где ты? Дедуля Панк, куда ты пропал? Я не могу уплыть без тебя. Произошел инцидент. И доктор Вегапанк Стелла пропал. Дедуль! Новый мир. Остров Сфинкс. Родина Белоуса. Марко! Мне было так страшно, а мне не было. Ни капельки. Пришли дозорные. Виноват, ребята. Простите, что вам пришлось пройти через все это. Ты не виноват. Все эти подлые дозорные. Они сказали, что им нужны сокровища Белоуса. Они вели себя как пираты. Ведите себя хорошо, и с вами ничего не случится. Это место не связано с мировым правительством. Закон вас не защитит. Сокровища Белоуса должны быть где-то здесь. Если не расскажете, где они, засчитаем это как бунт против дозора. Будем убивать вас по одному, пока не расскажете. У нас нет никаких сокровищ. Не направляйте оружие на моего младшего брата. Хотите, чтобы мы заплатили вам за то, чтобы вы обращались с нами по-человечески? Мерзавцы! Ты уверена, что стоит так себя вести? Ведь Марка тут нет. Взять ее! Прекратите! Бабушка! Собирается стрелять. Стойте! Это ведь просто старушка! Бабушка! Пошли прочь! Это родной город моего папы! Капитан Крысл! Что? Эдвард? Уибл? Это Уибл. Разве за ним не отправили корабль дозорных после того, как Шичибукаев распустили? После этого мы не смогли с ними связаться. Их победили. Всех до единого. Его сила и в самом деле чудовищна. Возвращаемся на корабль. Будем ждать подкрепления. Алло, мы на острове Сфинкс.
Здесь внезапно объявился Уибл. Запрашиваем подкрепление. Если бы не появился тот здоровяк, нашей деревне пришел бы конец. Да, он настоящий герой. Рад, что все обошлось. Нет, Марко, знаешь, кто появился потом? Адмирал морского дозора Рик Гью. Я ничего не могла сделать. Они забрали моего сына, верни его обратно. И отдай мне наследство Белоуса Ньюгейта. Бывший член пиратов Рокса, самопровозглашенная ученая, нахлебница в МАЦ, мисс Бакин. Настоящее имя мисс Бакингам Стуси. Уибл, мамочка. Его посадят в тюрьму за то, что он защитил деревню своего отца. Он всего лишь упрямый ребенок, настоящий Ньюгейт и мой сын. Я, конечно, благодарен, что вы защитили деревню. Марко, ты тоже сомневаешься, что Уибл и Белоус кровные родственники? Если тебе нужны доказательства, спроси у Вика Панка. Кизару-сан, вот чай и кексы. Их проверили на наличие яда. Конечно, я сам их отнесу, возвращайся на свой пост. Есть. Доктор Вика Панк, значит? Вы с ним встречались? Всего раз. Давным-давно. Прискорбно, что все так обернулось. Обладатель наивысшей власти в мире, Гарасей, святой Джей Гарсия Сатурн. Один из таинственных Гарасей делает свой ход. И на этом все, глава заканчивается, продолжение будет в следующем видео. Не пропустите, ставьте лайк, если понравилось, потому что это сильно поможет каналу для продвижения. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарии. Всем пока!